А вы знали, ребята, что канал-то будет меняться? Как он говорил, там что-то будет все меняться глобально. Значит, будет меняться название канала, да. Поменяем интро, да, полностью поменяем. Поменяем аватарочку мы, значит, да, поменяем. Потом мы еще поменяем шляпу для канала, все будет по-другому. И самое-то главное, как называться-то будет канал. Вас тоже это интересует, я понимаю. Всех интересует, да? Вот, даже человека в шляпе интересует. Ну, это самое-то... Это известно, что мне интересно, как канал-то будет называться. Надо какой-нибудь супер-пупер-гипер-человек-то, ё-моё, да? Ну, это слишком вообще туповатое название канала. Какой-нибудь, может быть, мастер Игорь, типа Мистер Макс... Вот то, что ты сейчас ляпнул, но, ну честно, но такой бредни я еще не слышал, ё-моё. Не надо сравнивать мне мистера Макса, ё-моё, мистер Кейтлин или как ее там. Это вообще другое, тема. Ты что-то вообще слишком, человек в шляпе вообще уже не туда пошел. Тем более, что ты здесь вообще делаешь, я не понимаю. Ах, что я здесь делаю? Да я хотел тебе помочь название, дать каналу нормальное название, да? Ну ладно, не надо, я пойду, ладно. Стой! Ага! Значит, надо, да? Ну, какое название? Ну, чтобы весь мир знал так. Хоп, и все, вот так взяли в Ютубе, набрали и нашли меня. Это самое, ну, может быть, назовем Ingvar Play? Что-то может такого, я думаю, это нормальное название. Типа Ingvar, это Игорь, только по-другому, так? Ну, вот, согласен, да? Play, играть, то есть... Как бы игровой канал, то есть, типа, я играю, да? В основном-то там почти что игры у тебя, да? Ну, и я что-то, да? И там какие-то подкасты, еще всякое такое. Я думаю, ты согласишься, да? Название-то хорошее, устроил, Ingvar Play, да. Но посмотрим. В общем, ребята, значит, это все будет с 26 сентября. То есть, 26 сентября у нас уже поменяется все. И человек в шляпе... тоже будет с этим согласен. Да? Да, так что вот. И еще вопрос, а новые люди-то будут, а то как-то, ну понимаешь, ну ты будешь учиться, я буду иногда снимать, а кто же еще-то будет делать? Вы про меня говорили, да, третьего персонажа, так он будет, я вам все расскажу, значит, я самый умный, самый такой, и все, и видео будет просто самый умный. Так что ждите меня.